Я работаю в FL Technics, это часть Aviasolution Group. Я жил в Запорожье, это юго-восток Украины, недалеко от Донецка и Луганска. 4,5 года назад я решил переехать в Литву на постоянное место жительства, так как мой отец литовец, но, к сожалению, вот всю свою жизнь он прожил в Украине. В 5 утра позвонили мои родственники и сказали, что были воздушные атаки и на мой город. Вся, грубо говоря, прошлая жизнь, можно сказать, была переломана. И дальнейших планов никто не знал. Наверное, около 2 недель мои родственники еще находились в Запорожье, так как у нас старенькая бабушка. Она не очень хотела уезжать, но все-таки какой-то момент настал, когда они решили все-таки покинуть город и переехать сюда, в Литву. Хочу выразить большую благодарность и Литве, и государству, и даже простым людям литовским. В процессе этого всего передвижения всегда помогали, чем могли. Спасибо большое FL Technics, спасибо большое Жильвинасу и HR-рабочей Лауре. У меня 2 старенькие бабушки, 2 маленькие племянницы 2 и 3 лет. Меня не было тогда в стране, и я связался с Лаурой, чтобы она помогла хоть как-то на первое время. Организовали луп-отель. Неделю они имели где жить и чем питаться. Ну, естественно, после этой недели мы нашли уже на долгую аренду жилье. И вот сейчас они проживают там. Как будет дальше, никто не знает. Я даже не могу предполагать. Ну, конечно же, надеюсь, что это все в скором времени закончится.